Это Арман Кадырович. И он знает, что болеть плохо. Пока все анализы сдашь, потом лечение, лекарства, теряешь время и деньги. Скоро все будет по-другому. 2018 год. В Казахстане внедрено обязательное социальное медицинское страхование. Давайте попробуем. Медстрахование покрывает ваши расходы на лечение, услуги поликлиник и лекарства по рецептам, стационар, высокотехнологичные медуслуги, сестринский уход, паллиативная помощь. Работает! Обязательное социальное медицинское страхование. Ваше здоровье под нашей защитой.